основное время свое провожу на работе. Поэтому есть определенные успехи. Я, как говорят, ослеп дорогу идущую. Чтобы добиться чего-то, надо много-много трудиться. Я это понял еще с детства, поэтому я постоянно нахожусь в поисках, постоянно в новых идеях. Несмотря на то, что мне уже 65 лет, я по-прежнему полон решимости что-то еще создать. Это мой офис. В данный момент мы находимся в переговорной, где совершаются какие-то сделки. Это же так комната назначена для отдыха, для релаксации. Все, что здесь есть, цветы, я ухаживаю сам за ними. Вот картина, которая мне очень нравится, напоминает мою молодость, морские будни. Вот уже заканчивается рабочий день. Уже октябрь. Неожиданно расцвела чайная роза. Ее красота радует. Весной и летом радовали цветы полевые. С красотой нужно разговаривать тихо, шептать каждому листочку выросших лимончиков. Настраиваясь на красоту, которую встречу по дороге к дому. В стороне от бетонных развязок и угрюмых больших городов он стоит, как из русских из сказок, залетевший из прошлых веков. Деревянный, замшелый, убогий, с покосившимся напрочь крыльцом, пригорюнясь у старой дороги, домик дедушка с добрым лицом. Пригорюнясь у старой дороги, домик дедушка с добрым лицом. Домик у дороги, домик у дороги, где же твой хозяин, Бог твой и судья? Домик у дороги, стану на пороге, постучусь, не здесь ли ты, судьба моя? Какое интенсивное движение в это время, особенно в пятницу, когда все стремятся вырваться на природу. Каждому хочется, как в детстве, пробежаться босиком по траве, по росе. Крестовоздвиженская церковь. Здесь обязательно нужно притормозить, выйти из машины и своей молитвой обратиться к Богу, попросить Его снять раздражение с души. Господи, сколько его за день накапливается. Постоять здесь, настроиться на работу за столом. В юности мы все максималисты, а старость дает больше сомнений, смирения, мудрости. Как там у классика? Старость приходит вместе с мудростью, но иногда старость приходит одна. Упаси, Господи, нас от такого удела. Очень хотелось бы по этой дороге провести своего отца и мать, Илариона и Ирину. Вот сидит рядом отец, сложивший свои натруженные руки, и гордится. Это ж надо! Сынок на дорогой машине везет меня с матерью. Сынок, ты только не гони. Спокойненько. Так. Это мама на заднем сиденье. Но годы не успел. Простите меня. А вот сейчас повернем, отец, и увидим за поворотом старенький домик с добрым лицом. Но понимаешь, отец, время старых домов проходит. Люди со своим благополучием строят совершенно другие дома, и не твоим топориком. Но ничего, отец, еще живы дома,
построенная тобой в нашей деревне Скакуновщина. А теперь у меня уже новый дом. Я покажу его вам. Здесь были деревни. Интересно, какие? Нужно в архивы заглянуть. Не может доброта пропасть, ведь в деревнях она жила. Новые и новые постройки, слева, справа. Господи, а какой здесь воздух! Не надышишься и чувствуешь, как мозг наполняется кислородом. Слева и справа, как грибы, выросли дома отдыха, санатории, рестораны. А вот и резиденция президента. Если бы добрые люди управляли государством 100 лет, тогда важным было бы победить жестокость и уничтожить казни. А, так это же Конфуций. Дома записать и подумать об этом. Красота не способна воспитать тирана. Заезжаем на территорию санатория. И тут, кажется, красота, но в ней нет души. Архитекторы с расчетливым лицом создавали проекты красивых зданий, но без души. Папа, ты рубил только топориком, один, часто под дождем и снегом, но живут еще люди в домах, построенных твоими руками. А здесь дерево, выструганное на станке, сливается с бетоном. Как там у Есенина? Земля, перетянутая бетоном. Да, человек ставит красоту на службу своего удовольствия, приручает как женщину. Красота естественной природы не может сравниться с красотой, которую создает человек. Одним словом, природе нужно дать шанс. Лес недавно раздет, его наряды тихо догорают на земле. Деревца как будто и не рады, что опять купаются в тепле. Запоздалым праздником осенним все они застигнуты врасплох и глядят сквозь сон с недоумением на листву, лежащую у ног. Хорошие стихи Валентина Берестова. Наступило бабье лето, хочется сказать об этом. А вот и сад. Яблоньки по человеческим меркам еще подростки. Растут, набираются сил, как и лимоны в моем офисе. Отец, ты же работал в саду? Признаюсь, нам, пацанам, было интересно залезть и наворовать в нем яблок. Но здесь... Я рад, что молодой сад смело отвоевал несколько гектаров у построек и будет радовать всех нас. Отец, и ты бы здесь отдохнул душой. Сыплет черемуха снегом, зелень в цвету и в росе. Господи, а как же дальше? Дома обязательно открою Есенина. Есть что-то сердечное в его стихах. Красота без крикливого цвета. Вот и деревня. Более 10 лет проезжаю по этой дороге. Раздражение, накопленное за день, уходит. Последние деньки бабьего лета. Стоп, а почему бабьего? Природа просто отпустила несколько дней нежной, приятной теплоты. И моя жизнь подходит к такой черте. Как там у Конфуция? Когда родители живы, не отлучайся далеко. А если ты отлучился, старайся, чтобы место твоего пребывания было известное. Мои дорогие отец и мать, как бы я хотел посадить вас рядом и провести по этой дороге. Но так устроена жизнь. Очень сложно и очень просто. Только-только достиг чего-то в ней, а рассказать об этом уже и некому. Уходят и уходят очень близкие мне люди. Возраст и болезни,
невысказанные близким слова при их жизни будут давить на плечи до самого конца.